Так, ну что, все, погнали. Так, с какого раза? Давай, отгадаешь? Ну, отгадала. Садись. С первого раза, уранчик. Пацаны, вот вопросик, отгадайте, а на этой машине ездит парень или женщина? Вот. Отгадайте. Итак, пацаны, мы, короче, едем в горы. О, здорово. Поснимать маленько видосиков крутых. Да и просто расслабиться, отдохнуть, насладиться природой. Сегодня погодка шикардосик. Солнышко то появляется, то пропадает. Да чё, блин, декабрь месяц. Температура где-то на улице, ну, где-то 18 градусов, плюс 18. Я даже без перчаток, у меня руки в тепле. Обогрев даже руля выключен, вообще красота. Вот это кайф, вот реально кайф, пацаны. Вообще, блин, атас. Yeah, I got all my brothers with me, oh. Yeah, I got some young stunners with me, y'all. And they don't want nothing from me, no. They dishonest road running with me, y'all. Yeah, on the road with my bros. If it's hot or it's cold, just know, baby, we ain't never fucking falling out. Yeah, and I got hoes I don't know on my phone. They wasn't there, but they calling out. Yeah, and all my brothers on some paper routes. Yeah, if they know, then they know it now. They in the stands and we playing now, yeah. But no, we not the types to play around, yeah. They in the stands and they watching. It's popping, we do it all, never by stand. Locked in, they see all the points that boy been dropped in. Feel like Michael Vick, I pick and choose, I'm running options, yeah. But I ain't good at picking options. My team good, we been balling all like Stockton. I know that they back home watching. On the road with my bros, if it's hot or it's cold, just know, baby, we ain't never fucking falling out, yeah. Итак, друзья, интересная дорога, которая идет под мост. Давайте мы туда спустимся. Сейчас мы попробуем туда спуститься. Так, так, так. А, парнишка, что у него там, джиксер? На джиксере полетел. Вот он, памятник Лев. Прикольный, короче, Лев. Золотой такой. Позолоченный. Вообще... Ну, прям вживую, вот он, здоровый. Крыльями раз-раз и полетел. Прикиньте, вообще прям. Ну, если бы такие львы летали бы, знаете, вообще. Тем более, если, ну, нормально. Вас бы ни один негодяй бы, как говорится, не тронул бы, если такого домой завести, воспитать, да? Лёва, фас его. Этот бежит, его Лёвушка такой, чук-чук-чук на крыльях. Раз, хрясь-хрясь его. И все, и как тузик грелку в бараний рог скрутил, и все. Короче, как-то так вот, пацаны. Ну ничего страшного.
прикольный мост, вот этот вот. Погулять бы по нему.